بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Русская православная церковь готовит издание Библии на узбекском языке для раздачи мигрантов. Эта новость не застала врасплох мусульман. Наоборот, вызвала самые широкие отклики. Это будет, пустая трата денег просто. Библия издается на узбекском. То есть это более широкий кругозор. Это не вызывает интереса, и они приезжают, так скажем, для другого. Не бессмысленное занятие, но есть, все равно промысел Божий. Духом Святым пишутся книги такие святые, и Духом Святым воспринимаются книги. Проект «Библия на узбекском» реализуется миссионерской комиссией при епархиальном совете Москвы совместно с Институтом перевода Библии. В общем и целом, это позиция Русской Православной Церкви, которую неоднократно выражал патриарх Кирилл, о том, что мы должны быть открыты к диалогу со всеми религиями, со всеми культурами, и для этого мы должны уметь выразить свою весть, свое благовестие на понятном языке. Святое Писание не раз переводили на узбекский язык. Впервые это произошло в конце 19 века. Институт перевода Библии был основан в Швеции в 1973 году. С 90-го года прошлого столетия находится в Москве и расположен в Патриаршем подворье в Андреевском монастыре. В 1992 году был опубликован первый новый полный завет на узбекский язык и две книги Ветхого Завета. И весь тираж был официально ввезен в Узбекистан. В настоящий момент ученые-переводчики готовят два издания. В красивом переплете с иллюстрациями «Новый завет» для широкого узбекского читателя и отдельной брошюрой для трудовых мигрантов «Евангелие от Луки». Мы не хотим издавать в большом количестве Библию, и хотим, чтобы это минимальное количество было официально принято в Узбекистане. Это, пожалуй, наша самая главная идея и цель. Отец Дмитрий сразу предупреждает всех оппонентов. Авторы проекта исключают миссионерский контекст этой гуманитарной акции. Повторяю, изначально было некоторое опасение со стороны ряда трудовых диаспор, руководства, что мы будем заниматься таким прозелитизмом агрессивным. Слава Богу, мы за прошедшие два года показали, что наша работа, она не угрожает ни культурной, ни религиозной идентичности этих диаспор. Напротив, раздвигает горизонты, открывает им, скажем, ценности культурные наши. И сейчас мы видим очень положительные отношения и со стороны диаспоры, и со стороны Федеральной миграционной службы. Говорить об отрицательном или положительном опыте распространения Библии среди мигрантов из Узбекистана – это упростить проблему. Первым делом станет вопрос, смогут ли приезжие справиться с русской грамотой. Библия переведена с русского на узбекский и использован был алфавит кириллица. А в Узбекистане сейчас используется латиница. И мне кажется, до 30 лет молодой человек или там девушка не сможет прочитать, не сможет понять абсолютно текст, который указан. То есть любую литературу, которая пришла на кириллице. Шахзод приехал в Москву из Ташкента. Учился он в узбекской школе. Кириллице его обучили в семье. Работая официантом в столичной чайхане, с русским языком он более-менее справляется. А у меня дед и бабушка, у них разные интересные книги. И они рассказывали сказку, когда я помню, маленьким был. Я сам интересовался и читал все это. Надо отдать должное ученым-переводчикам. Библия на узбекском в электронном виде есть как на кириллице, так и на латинице. Нет, если честно, нет, я не интересуюсь так. Библию и... У меня свой нация, я сам узбекистан, мусульманин. Предполагается издание этой книги небольшим тиражом, около 1-2 тысяч экземпляров.
передача части этого тиража нашим диаспорам, проживающим в Москве и за пределами Москвы, с тем, чтобы они могли просто иметь это в арсенале, вот, в библиотеках своих, в фондах своих. Например, если ко мне придут и спросят, вот такая вот задача стоит, да, например, перед государством, да, нужно будет, ну, так скажем, спросить и так далее. Я со своей стороны попытаюсь объяснить это. И еще раз говорю, если человек образованный, реакция будет положительная. Если человек не образованный, если человек не понимает, он может как-то негативно на это отреагировать. Собственно, каждый народ, который, на языке которого выходит Библия, он попадает в элиту народов, на язык которых издана эта книга. И вот это, я считаю, что это для любого народа, это очень почетно. Ну хорошо, ее бесплатно найдут стройки, где-то гастарбайты, трудовые мигранты обитают, ну раздадут. Вот. Вы знаете, с одной стороны, физически у них и времени это читать. Спросите, какому мусульмане трудового мигранта, ты Коран читал? Человек, который не заинтересован, который приехал сюда зарабатывать, да, человек, который, вот был пример, я подошел к нему, говорю, вот как там ты, вот если бы тебе дали такую книжку, ты прочитал бы? Он говорит, да нам уже дали эту книжку, то я, ну, скорее всего, иеговисты или какие-нибудь адвентисты седьмого дня. И говорит, у нас там лежат несколько таких. Я говорю, на каком языке? И на узбекском, и на киргизском языке, все лежит. Говорит, а что вы не читаете? Некогда, нам надо работать, зарабатывать деньги. Сопредседатель муфтиев России Нафигулла Аширов убежден, что деньги в России надо тратить не на переводы Ветхого и Нового Завета, а на классическую русскую литературу. Культура Российской Федерации, она и русского народа, в частности, жизнится на таких светочах российской культуры, как Лев Толстой, как Пушкин, как другие, обучение языка. И поэтому, если бы эти деньги потратили действительно на адаптацию мигрантов в российской истинной культуре, которая носит светский характер более, я думаю, было бы более это выгодно. К вопросу о миссионерстве отец Дмитрий возвращался не раз. По его мнению, каждый волен делать свой выбор, и церковь с пониманием отнесется к каждому случаю. Если кто-либо, предположим, откроет для себя красоту христианства, красоту православия и придет в наш храм, то это должен быть свободный выбор, который не на ненависти, не на страхе, не на лжи основан, а на желании, может быть, войти в мир Андрея Рублева и Достоевского. Кинорежиссер Талиб Хамидов, рожденный в мусульманской семье, стал христианином в зрелом возрасте. И это был непростой для него путь познания другой веры. Вырастить, быть как бы изначально считающимся мусульманином, а потом на самом деле как бы сам вопрос непростой. Но если касается лично меня, этот вопрос для меня имеет как бы такое значение, как насколько вера сильна. Потому что если чем ты уже более укреплен в вере в своем, в том, что ты призван, да, Господом, это твое как бы призвание, это уже промысел Божий, это твой путь, и пути Господни неисповедимы, ты понимаешь, и ты как бы уже говоришь, цитируешь как бы в сердце своем слова Христа. Ну, возьмет в руки, пощупает, посмотрит и положит на полку, как я сказал, значит. Но это будет неприятно руководителям духовного управления Узбекистана и соседних Киргизстана, Таджикистана. Это как бы, скажем, светским языком борьба за голоса, скажем, вот так. А почему как бы их пугает? Ведь дело в том, что смотря как им подавать этот вопрос. Если просто действительно пропагандировать что-то такое, конечно, будет отпугивать. Наша беседа с трудовыми мигрантами из Средней Азии состоялась во время поста Рамадан на участке, где они строят дом. Сначала молитва, потом трапеза и откровенный разговор. Мулла Хамид – глава местной узбекской общины в деревне Толстопальца. В прошлом школьный учитель, ныне простой работяга и вообще уважаемый человек. Библия на узбекском. Как вы думаете, у такого проекта есть перспективы или нет? Если у него там вероисповедание, если это твердо, никакими там прочтениями Библии, прочтениями Евангелия невозможно изменить то, что у него вложено внутри. Библию на узбекском языке ты бы взял бы в руки? Почитал бы? Нет. Нет, да? Нет. Почему? Просто вот эта Библия, мне, честное слово, неинтересна. Благодаря этой идее, благодаря этой, они, возможно, становятся более просвещенными, более близки друг к другу.
И, возможно, те вот эти негативные явления, которые есть по отношению друг к другу, возможно, это вот и как бы исчезнет. Это хорошо. И у меня есть свой Коран. Коран? Да. Я-то постараюсь его читать. Лиллахи мафи самавати ва мафи лазвейн тубду мафи. Аллаху Акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم